Организаторов нелегальных казино отправили под суд Череповцы. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, в 2015 году 39-летний череповчанин создал организованную преступную группу, которая действовала под прикрытием общества с ограниченной ответственностью. С двумя подельниками мужчина арендовал несколько нежилых помещений и установил там больше 130 компьютеров, которые использовали для проведения азартных игр. Свернуть нелегальную горную деятельность пришлось в мае 2017 года, когда в подпольное казино нагрянули сотрудники полиции. Молодая женщина попала под машину в Череповце. Авария произошла сегодня около 6:40 на улице Архангельской в районе дома номер 43. По информации ГИБДД Череповца, водитель 71-го года рождения на автомобиле Mitsubishi Pajero сбил 34-летнюю женщину. Отмечается, что череповчанка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате аварии пострадавшая получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. В Этигорском районе полицейские раскрыли кражу дорогостоящего оборудования лесозаготовительной техники. Преступление произошло в Ошкинском лесничестве, сообщает управление МВД области. С техники было похищено компьютерное оборудование, джойстики, необходимые для управления машиной и манипулятором, а также радиостанция. Ущерб оценили в 1,5 миллиона рублей. В результате выяснилось, что к краже причастны жители Карелии 76-го, 83-го, 99-го годов рождения. Подозреваемых в Этигорске оперативники задержали в Петрозаводске, там же изъяли радиостанцию. Остальное оборудование злоумышленники успели продать за 200 тысяч рублей. В Череповце 17-летний подросток подозревается в приобретении наркотиков. По данным регионального управления Следственного комитета, в период до 7 февраля подозреваемый через интернет купил для себя курительную смесь, но после употребления вел себя неадекватно, чем привлек внимание полицейских. При досмотре стражи порядка изъяли у него 0,5 грамма зелья. Расследование уголовного дела продолжается. Водитель легковушки в Череповце буквально чудом избежал столкновения с диваном, выпавшим из грузовика. Кадры с видеорегистратора мужчина выложил в социальные сети. Автомобиль сдвигался по одной из улиц города, когда внезапно из впереди идущей машины стал вылетать бытовой мусор, а затем и диван. Мужчина успел остановиться, а в комментариях к видео написал «Остановись мгновение» или «Раздача диванов». Занял очередь, но приближаться не стал.